сразу, чтобы просили продолжение. Продолжение. То, чтобы подсаживание выросло. Или собирая комбайн. Когда он сзади еще высыпается, на момент всего. Тоже можно собрать и продать. Часто в деревне бывает, все, что только можно, идет на переработку, чего попадает. Life is Futile, сравните процесс, как там, зло вспомнили, как и здесь. Всегда, когда играл в Life is Futile, мне не хватало вот такого вот устройства. Зерно остается внутри, и он отдельно, и грузовик, ну там, в прицепе важный кинуты. Зернохранилище, по-моему, прямое.
загладить в город и не противостоять гордому Фриду. Ладно, мне зерно хранилище. Правда, у меня здесь один вопрос есть. Я уже туда зерно выложил, пшеницу. Интересно, если еще это ячмень наложу, то ничего не будет. Кто не обидится. Сложности. И все это дело пока оставляю, потом если продавать зимой, то это гораздо дороже будет. Поэтому пока пусть хранится. Субтитры сделал DimaTorzok.
желтенький. Устройство разблокировал уже. Пока купил такой. Сегодня я сам нашел. Как только денег против вообще пришлось взять кредит. Правда, как казалось, за эти тюки довольно мало просто. Игорь, что стоил этот пальцы? Раз хотелось попробовать. Пропадает довольно быстро. За часов 12 минут пропадет. Я там не доглядел пшеницу. Пока там, продавал, пока разбирался, пока купил этот прицеп, там уже довольно прилично пропало.